Привет, вы на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре электролобзик DEWALT DW349B. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электролобзик DEWALT DW349B – инструмент для распиливания различных материалов – пластика, металла, древесины. Подошва выполнена из качественной стали с защитой от царапин. Рукоятка инструмента покрыта резиновой поверхностью. Также резиной покрыта передняя часть прибора в зоне захвата. Наличие металлических скоб исключает риск соскальзывания пальцев в зону распиловки. Превосходный обзор линии реза обеспечивается интегрированной системой выдува опилок. Светодиодная подсветка позволяет работать даже в плохо освещенных местах. Питание электроприбора осуществляется от бытовой сети. Для большей мобильности в комплекте есть провод длиной 4 метра. Вес 2,5 килограмма. В комплекте, кроме самого электролобзика, вы получите пилку, защитную накладку и документацию. Упаковка картон. Лобзик оснащен мощным 500-ваттным двигателем, который позволяет пилить древесину толщиной до 75 мм, цветные металлы до 15 мм, сталь до 5 мм. Благодаря трем ступеням маятникового хода можно работать с различными материалами. Разные скорости работы можно регулировать, подстраивая инструмент под работу с нужным материалом. Максимальная скорость работы составляет 3200 движений в минуту. Ход полотна достигает 20 мм. Есть возможность изменять угол наклона подошвы без ключа на 0, 15, 30 и 45 градусов. Это обеспечивает точность косых разрезов. Предусмотрена ускоренная замена пилки благодаря специальному зажиму. Мощный двигатель для наилучшей производительности. Клавиши блокировки пусковой кнопки. Накладка для защиты от сколов. Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. Наклон подошвы вплоть до угла в 45 градусов. Яркая подсветка рабочей зоны. Функция сдува опилок. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Слабоватая подсветка. Неудобная кнопка фиксации пуска. Нет кейса. Нет пыли отвода под пылесос. Тяжеловат. Слишком сильный обдув зоны реза. Отсутствуют запчасти в сервисах. Маятниковый ход за полтора года сломался 2 раза. Но есть и позитивные отзывы. Ровный отличный рез. Удаление опилок с места реза. Подсветка рабочей зоны. В руке лежит превосходно. Никакого дискомфорта при долгой работе. Очень маленькие вибрации. Качество корпуса отличное. Длинный кабель. Удобная, быстрая замена пилки. Возможно, вы станете владельцем этой модели электролобзика. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!